Чому у нас це якось ментально, на якому рівні закладено, що ми хочемо лікуватися самі? Ми не хочемо йти до лікаря, ми хочемо піти в аптеку, купити чарівну пігулку і щоб все вилікувати за півхвилинки. Скажіть, Василій, а чому от ми масово все-таки не займаємося самоліченням автомобілів? До речі, є покоління, там були, які там були досі такі, це роблять. Так, да, вони, кстати, тільки ці автомобілі. Я батька бачив ось на вихідних, вони з другом в гаражі там розбирали, збирали. З другом в гаражі? Это отдых, понимаете, это счастье. Это от женщин убежать в гараж и там типа ремонтировать автомобиль. Это культ, это вот такое поведение, это образ жизни. Вот кто-то едет на рыбалку, а кто-то идет в гараж, залазит с другом в яму и лечит автомобиль. Понимаете, это другое. Ладно, если бы он это маме рассказывал, он же мне это рассказывал. Когда есть эффективный так автосервис, то люди обращаются туда. Так. Когда есть эффективная система здравоохранения, то люди не хотят заниматься самолечением. Но люди боятся, искренне боятся, потому что они перестали верить. Потому что люди сами знают, что если вы здоровы, то ваш врач вас совсем не заинтересован. Врач с голоду умрет, если вы здоровы. Врачу надо, чтобы вы были больны, чтобы вы были сильно больны. Тогда он вас направит на анализы, на обследование, в аптеку. У нас будут какие-то... Хоть как-то выжить можно, понимаете, Васенька? Но только так. Поэтому люди боятся. Люди боятся и правильно делают, что боятся. Поэтому главное. Просто когда я людям говорю... что вы ничего у вас не получится изменить в системе здравоохранения, пока вы не получите врача, которому надо только одно. Чтобы вы ушли от него здоровым как можно быстрее. Понимаете? А вот когда вы для того, чтобы был такой врач, вот такой, который хочет, чтобы вы от него ушли здоровым быстро, надо сделать его богатым, уважаемым, грамотным, знающим. Вот таким, только таким, понимаете? Тогда вы бояться перестанете. Но, извините, пожалуйста... Наше общество, несмотря на все декларируемые повышения зарплаты врачам, так, относится к врачам как к обслуживающему персоналу и говорят, они плохие, мы им денег не дадим, они все равно все барыги и хапуги и взяточники. Так вот, они не перестанут быть хапугами и взяточниками, пока мы не скажем, будешь обеспеченный, будешь лечить по протоколу, будешь перестанешь назначать фуфламициды, и вот тебе вот вознаграждение.